Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ну, наконец-то я сподобилась или решила поделиться с вами еще одним прекрасным рецептом. В принципе, он очень интересен тем, что он легкий. Он как вкусный, как сам по себе этот рецепт, так и как дополнение. Вы можете это все дело с котлетой съесть, а можете и просто как самостоятельное блюдо. А называется оно... капустные шницели. Невероятно вкусная. Я вам хочу сказать, что если вы или кто-то в вашей семье, ну, как-то не очень недолюбливает капусту, поверьте мне, они ее полюбят. Ну что, из чего и как это все делать, сейчас расскажу. Это невероятно вкусно. Это невозможно остановиться. Мне же нужно всем еще наготовить, бабушке, мужу, а я тут не могу остановиться. И вот такой набор продуктов нам с вами понадобится. А понадобится обычная капуста, обычное яйцо, одна штука, немножечко молока, неважно, жирность не важна, панировочные сухари, кусочек сливочного масла, ну, здесь я, конечно, очень много положила, его нужно будет меньше, растительное масло, потому что если жарить на одном сливочном, будет гореть, а на одном растительном не будет такой красивой вкусной корочки. Чуть-чуть нужно будет обязательно сливочного добавлять. И щепотка соли. И еще как дополнение, но это если у вас есть, если у вас нету, в принципе, это уже с чем есть. Я делаю свою замечательную вот эту сметанно-укропно-чесночную заправочку такую, и вот с этим ем. А иногда ем просто шницели, они ведь вкусные на самом деле, как холодные, так и горячие. Ладно, опять заболталась, поэтому приступаем. Что нам нужно? Налила немного в кастрюлю воды и поставила на огонь. А сама буду разбирать пока капусту. Ну, слово «разбирать» это, конечно, было очень громко сказано. Я отрезала буквально, ну, как видите, половинку кочана. Он у меня какой-то немножко бракованный снизу, поэтому я смело отрезала кусок. У меня он куром пойдет. И вот что я буду делать. Я буду делать... Вот так вот. Порвется где-то, неважно. У нас же это не голубцы, поэтому у вас задача, вот видите, я это все делаю одной рукой. Просто вам нужно ее разобрать. Вот на такие, неважно, какие они у вас будут. Где-то маленькие попадаться, где-то будут большие. Это уже неважно. Вот. Просто разделите их, вот чтобы они как в один слой были. Понимаете? Вот видите, кусочек какой попался, тоже пойдет сюда. И вот этот пойдет сюда. Вот, разбираем дальше. Надеюсь, что вам понятно. Сейчас буду. Вот. Даже если где-то порвется, не беда, не переживайте. Все будет красиво и вкусно. Вот. Видите? Тут не важно. Вот видите, какие кусочки? А оставляем все здесь. Потом расскажу. Правда, вот этот мне не очень нравится. Я его половинку оставлю, а вот этот курочкам пойдет. Вот. Ну, смотрите, чтобы у вас черных пятнышков не было. Да, это вы все понимаете. Это вы все будете вырезать. Вот. Вот, видите, сейчас не очень отделяется. Ну ладно, ничего страшного. Так, вот видите, все. У нас с вами задача это все отделить. Вот, где-то порвался. Ну и что, неважно. Вот. Да? Ну в таком темпе. Вот видите? Видите, какая красота? Вот такие они у вас должны быть, пушистенькие. Все-все-все разбираете. Поверьте, пол кочана будет мало.
Так, вода наша практически с вами закипает. У нас с вами задача ее слегка подсолить. Чуть-чуть. Немного. Вот. Сейчас, когда совсем закипит, мы с вами отправим туда нашу капусту. Видите, какое количество получилось капусты? Видите? Это ровно полкачана. Ничего нигде. Ну, единственное, вырезала только черные пятнышки. Вода наша закипела, и мы с вами аккуратненько утапливаем. Все вот даже маленькие какие-то кусочки есть. У нас с вами задача это все сюда отправить. Да. Вот видите, грубые части такие остаются. Ничего не вырезала. Все сюда отправляю. Вот. На этом этапе нам с вами понадобится уже шумовочка, чтобы притопить сюда ее, потому что она вылезает. Да? Вот. И буквально... Вы сейчас почувствуете, она прям мягенькая такая станет, но буквально минутки три должна провариться. Вот. Здесь на самом деле зависит от того, какая у вас капуста. Молодая, ранняя или поздняя, которая давно лежит. Вот у меня уже даже, мне кажется, и 3 минут не нужно. Вот сейчас я немножко убавлю. Вот. И вот теперь у вас задача вот эту всю красоту вот так вот немножко дать стечь. Чуть-чуть. И выложить на тарелку. И дать этому всему делу слегка остыть. А пока оставляем, отправляем, то есть остальную капусту кастрюльку. И можно опять чуть-чуть прибавить огонь. Все это очень быстро происходит. Вот все-все-все кусочки. Все отправили. Притопили. Да? Ну, мне кажется, почему-то мне так кажется, что я сейчас вторую половину кочана буду тоже делать. Так. Видите, какая у нас красота получилась. Вот он мягенькие уже такие листочки. О, горячая. Упала. Ну, а пока у нас с вами вторая часть капусты закипает, мы с вами можем, в принципе, заняться нашим лизоном. Вот это яйцо, да, здесь немножечко соли добавляю. Солить, мы же ее больше нигде с капустой не будем солить, поэтому чуть-чуть побольше, нежели чем... В обычный лизун я добавляю. Взболтали яйцо, да? Добавили немного молока. Ну, наверное, думаю, этого количества достаточно. Ну, теперь самое трудное это у нас с вами дождаться, пока капуста слегка остынет. Ну, в принципе, у меня она уже даже и остыла. Но вот сейчас, видите... Чуть-чуть у меня сейчас еще вот это провалится. И я достану, я, наверное, на другую сковородку. Ой, на другую тарелку доставать буду. Потому что это уже вроде как остыло. Так, что дальше делаем? Сейчас расскажу. Хорошо, когда живешь в своем доме. Пока капуста остывает, вышла, сбегала, курочек закрыла. Жасмин понюхала. Ой, какая красота! А запах! Ну что, пошли дальше готовить. Ой, красота! Капуста наша с вами отварилась и слегка остыла. И вот что я делаю? Я беру каждый листочек, видите, вот здесь вот вроде немного грубовато. У меня вот такой молоток. Если у вас нет такого молотка, то нужно обязательно купить. Он у меня с одной стороны плоская. Сторона, да? А с другой стороны для обливания мяса. И вот что делаю я? Чуть-чуть нужно отбить. Вот это как раз вот это вот то, что жесткое. В принципе, если у вас кочан большой, вы можете его и вырезать. Но я этого не делаю. Видите? Вот только вот эту часть мне нужно отбить.
нравится абсолютно плоская, красивая. Этот способ хорош даже для голубцов, чтобы не вырезать вот эти дырки, да, и можно такой хороший большой голубец сделать. Это я обычно так делаю. Так, здесь у меня все хорошо. Вот. Если нет такого у вас молоточка, то, в принципе, можете взять обычную кружку. Вот беру кружку и просто кружечкой постучать. Но аккуратно, чтобы только не разбить. Можно это все постучать кружечкой. Да? Вот, видите, все прекрасно. Все прекрасно простукивается. Вот. Надеюсь, вы поняли, что я вам пытаюсь донести, да? Вот это у меня большой, просто это не совсем разложился кусочек. Вот. Вот видите, все просто. Пару раз бабахнули, и он такой тоненький становится. Ну и какие наши дальше действия? Вот мы включили с вами сковородку, да? Дали ей слегка нагреться. Наливаем сюда немного растительного масла. Добавляем немного сливочного. Вот. Ну, пока наше масло с вами разогревается, да, мы сейчас с вами будем делать вот что. Берем, ищем какой-нибудь такой вот кусочек. Чуть-чуть, слегка побольше, да? И вот так вот его, вот видите, у меня здесь вот такие вот страшные маленькие, да? Вот так вот я его беру. Это все дело вот так вот с двух сторон руками. Вот. Ой, нос зачесался, извините. Так, и отправляем панировочные сухари. Можно, в принципе, пожарить вот так вот страшненько, да? А можно его сложить слегка. И отправляем на сковородку. Так, следующий кусочек. Вот у нас тоже такой страшненький. Здесь маленькие какие-то кусочки, да? Не беда. Вот. Берите вот так вот и с двух сторон держите все ваши здесь маленькие кусочки. С двух сторон обмакнули в лизун и в панировочные сухари. Так вот хорошо, чтобы они у вас панировкой пропитались. И отправляете следующий на сковородку. Так вот огонь только нужно немного убавить, чтобы он только был не сильный. Потому что пока мы будем сами делать все эти манипуляции, с остальной капустой может слегка подгореть. Так, вот, видите? Вот, и отправляем это все дело на сковородку. Так, вот еще такой вот кусочек берем. Берем по 2-3 кусочка, да? Отправляем в лизон, в панировочку, чтобы она так хорошо пропиталась, вся-вся-вся. Этот даже можно его немножечко и сложить. Отправляем. Так, еще чуть-чуть убавить. Вот он. Видео не останавливаю, потому что хочу вам объяснить и показать, насколько это все быстро делается. Вот видите, у меня здесь большие и маленькие кусочки. Вот, дали немного стечь, да? Вот, обваляли хорошо. И вот у нас с вами еще один сюда войдет. А вот этот наш первый, который идет, да? Вот у нас его уже можно перевернуть. Смотрите, какой красивый. А вкусный. Вот такая красота. В принципе, вы можете даже после жарки выложить на бумажные полотенца. У вас лишний жир впитает бумажные полотенца. Но я этого не делаю. Мне кажется, они такие сочные, красивые. Вкусные получаются. Ну, в общем, вот видите, насколько быстро они получаются.
Да, совсем забыла. А что же я делаю с укропом? Сейчас расскажу. Но с укропом вообще все просто. Я вот тут большой пучок, его весь порезала мелко-мелко и отправляю к своей сметане. Сюда также буду добавлять один зубчик. Видите, один зубчик. Ну, сейчас. Чесночка. Выдавила через чесноку головку. Упс. Сейчас еще одну. Ой. Эх, виртуозы. Немножко нужно добавить соли. Чуть-чуть. Просто с солью получается почему-то совсем другой вкус. Вот прям буквально чуточку, видите? И все это аккуратненько перемешать. И вот такая красота у нас с вами получается. Ну что, а здесь мы с вами просто продолжаем жарить, да? Опять подливаем немного растительного масла. Опять также на каждую порцию мы с вами добавляем немного сливочного масла. Растительного и сливочного. Чуть-чуть. И продолжаем жарить. Их, правда, получается не очень много с одного качана. Но если вы один раз попробуете, то уверяю вас, если у вас немного капусты дома, то правда. Надеюсь, думаю, что вы завтра побежите в магазин. И блюдо это полюбите. Оно очень хорошо подходит для лета. И еще оно очень хорошо подходит, если вы не хотите очень много, да, чего-то такое наедаться на ночь, то вот прям вот очень хорошо заходит. Так, вот чуть-чуть немножко слили. Повторюсь еще раз, когда будете делать вот эту заправку, делайте немного, а по вкусу она у вас должна немного быть соленее того, чего вы едите обычно. Вот на соль пробуете, да? Потому что капусту мы с вами вообще фактически нигде не солили. Вот, видите, маленькие все сюда кусочки. Все зайдет. Вот они какие-то такие страшные. Ничего страшного. Вкладываюсь я в норматив. Вот, нажили, обваляли, обваляли или поболтали в этом молоке, да? Обваляли уже в панировке. Так, у меня панировки маловато. Сейчас еще буду подсыпать. Ну, в принципе, принцип вы поняли, да? Как это все работает и как это все происходит. Вот такая красота. Ой, ребята, мне уже слюни текут, если честно. Это очень вкусно. Надеюсь, вы все поняли. У меня вот, видите, уже одна тарелка стоит. И вот эта другая. Готовьте с удовольствием. И всем приятного аппетита.